вот она, похлопаем ей, давай. Нет, я так не хочу. Всемки будете, девочки. Девчонки, танец чисто для вас. Девочки, делайте, семечки будете? Блять, как с этими женщинами знакомиться? Я уже не знаю, подхожу, уже семечки им предлагаю. Никто не соглашается. Че я не так делаю-то? Вечер в хату, арестанты, блядь. Не обессудьте за мой прикинтосик. Сегодня будем учиться подкатывать к дамочкам. Как бы все фишечки, уловочки, что я лично использую, что 100% срабатывает, покажу вам сегодня. Потанцуй, может быть? Вы же стоите здесь такие, чтобы потанцевать пришли. Давайте попляшем немножко. Танцуй, может? Не умеете? Смотрите, как я умею. Приветствую. Что, вы не заняты здесь? А что сидите вдвоем? Такие красивые, одинокие, скучные, отдыхаете. Меня ждали, серьезно. Что, мы сходим куда-нибудь, там шаурмы поедим, пивасика попьем. Расслабимся, там можно потанцевать. Я знаю, где дискотека топовая, здесь люди отдыхают. Не танцуете? Ну что, как вам? Может, все-таки присоединитесь? Прокрутимся вот так. Ух! И все. Вот она, похлопаем ей, давайте. Нет, я так не делайте, девчонки. Че, можешь с нами потанцевать? Нет. Почему? Не, я потанцую, сейчас не буду знакомиться. Я вот здесь, со стороны попляшу такой. Что стесняйтесь, можно с вами потанцую немножко? Да я ничего не делаю, здесь просто вот так встану, посмотрю, что вы делаете. Вот здесь подальше встану. Зачем? Я же с хорошими намерениями подошел. Хотите, вам семечек дам? Да вы не стесняйтесь, считай, потом вообще на любой сцене можете танцевать, а стеснение это поборете. Ты поиграешь, я чисто потанцую, может кто хоть остановится, а то все мимо проходят что-то вообще. Да нет. Давай попробуем что-то. Такое, чтобы душа плясала прям. Не проходи мимо, поддерживай музыканта, начинающего. Не проходите мимо, поддержите начинающего музыканта. Чем есть. Сейчас, братан, сделаем выручку. Давай, давай, поддерживаем музыканта начинающего, красавчик. Ребята, есть мелочь, нет? Нет 10 рублей, слушай. Слушайте, нет 10 рублей? Нету. Нет, тоже нету, вот видите, разминаюсь пока еще. Нет 10 рублей, чуваки. Я бы уебал сейчас нормально отвечаю. А? Нет, так во дворах сам тренируюсь. Давай. Че, готов? Сейчас разъебу ее, отвечаю. Давай. Чуть-чуть не получилось. Нормально? Нормально. Семки будете, девочки? Не хотите? Семки будете, девочки? У вас не занято? Вот без парнями. Вот без парнями. Понял, на общение не настроен, значит, да? Ну ладно, пойду дальше. Ребят, не проходи мимо, поддерживаем начинающего музыканта. Ребят, не проходи мимо, поддерживаем музыканта. Любимая ждала. Поддерживаем, поддерживаем. Давай, во, сейчас заработаем нормально, отвечаю. Сейчас, сейчас публику не пропускаем. Ребят, поддержите начинающего музыканта, чем можете. Чувак, есть карта у тебя. Ребят, поддержите, чем можете.
начинающий музыкант, мелочь, там, что есть. Пацану, он есть нечего, что вы начали? Ну, не начали, мы наоборот. Он сидит, да, он весь день играет. Вот немного заработал. Главное, не сдавайся. Рано или поздно не все поймут, кто ты здесь есть. Вечером не играем, наоборот, пусть ходят скучные. Девчонки, танец чисто для вас. Девочки, делайте, семечки будете? Нет, спасибо. А, у тебя Toyota вообще не вывозит, да? Нормально все. Здравствуйте. На свидание идут девочки, денег нет, нет что-нибудь, какой-нибудь цветок не нужен, там старый, может, такой, который, знаете, выкидывать уже. Так что как... Ну, вообще ничего нет, да? Какой-нибудь старый, типа, только, может, он уже жухлый там. Я бы к ней подошел, она бы вообще подумала, что я романтик. Спасибо большое, вообще вам. Спасибо. Деньги будут, верну вам все, спасибо, конечно. А все, что? Теперь я думаю, можно девочек купить, нормально. Тебе, девчонки, хотите фокус покажу? Нет, спасибо. Ну, серьезно, прикольно, посмотрите, пожалуйста. Вот, смотрите. Смотрите. Короче, никого не ударю. Ничего, смотрите, руки пустые, видите, да? Это тебе. Пожалуйста, съемки будете? Нет. Что, хотите, вас сфоткаю вот так? Нет, спасибо. Но у меня тоже iPhone не будет. Могу с вами сфоткаться, если хотите. Спасибо. Не будете? Съемки точно не будет? Точно. Ну, смотрите. Цветок понравился? Да. Пожалуйста. Девчонки, не будет 10 рублей? Нет? Так. Не будет 10 рублей, братух? Чувак, не будет 10 рублей, а? Девочки, не будет десяточки, я ударить хочу очень сильно. От души, братан, вообще дай руку пожму тебе. Спасибо, брат. Привет. Все, посмотрите, я сейчас ударю. Посмотрите. Все равно добил, понял? Ну, мало. Мало, типа то, что понял, не сразу ударил, поэтому мало засчитало. Блять, как с этими женщинами знакомиться? Я уже не знаю, подхожу, уже семечки им предлагаю. Никто не соглашается. Че я не так делаю-то? Почему? Спасибо. Здорово, братишка. Че не подогреешь, бродягу? Едой уже неделю не питался ничем. Там уж лаваш есть просто, капусты кинь туда, че не жалко. Да, давай чай, конечно, бля, вообще душу тебе, братишка, конечно, спасибо. Я сам-то не тупой, бля, как диплом есть, просто валяется дома, работы нету, нихуя никакой. Вот, короче, блядь, верняк, пацаны, лайфхачик. Денег нет, подходите к шаурмичнику, просите его что-нибудь там душевно рассказывайте, разводите, он по-любому уделит. Как бы добрые люди имеются, так и выживаем. Еще и сахаром, блядь.